Меня зовут Елена. Я из города Рудольштата. Профессии 28 лет. У меня небольшой свой маленький салон. Приехала в великолепный город Мюнстер для прохождения мастер-класса. Лили. Да, мне все очень понравилось. Лилия, привет! Я Мария, приехала к тебе на мастер-класс из города Кирхайм-Боланден. Это между Майнцем и Казислаутерном. Да. Понятно? Да, я была очень рада нашей встрече. Я к ней готовилась не так долго, но она оправдала все мои ожидания. Я научилась новым техникам и очень рада, что ты делишься своими секретами. И эти знания помогают нам в обыденных работах. Может быть, некоторые элементы были сложными, но мы их так отточили сегодня, что, я думаю, я буду каждый день вспоминать, когда буду делать такие замечательные, красивые прически. И я думаю, что такие мастер-классы, они не только для того, чтобы мы делали и отрабатывали какие-то техники, а именно для того, чтобы мы, парикмахеры, объединялись и дружили. Поэтому всем девочкам огромное спасибо. Спасибо Лилии, спасибо другой Лилии, которая организовала этот мастер-класс. И спасибо, Рафаэль, за твое внимание. И мы очень рады, что мы были вместе. Привет, меня зовут Елена. Я живу в Мепене. Это недалеко от Голландии. Я очень рада, что я попала на этот мастер-класс к Лилечке. Я ее уже давно наблюдаю по YouTube и Instagram, так как я сама занимаюсь это как хобби. Хочу девочек так красиво украшать, как Лилия это делает. И я очень-очень рада, и у Лилечки сейчас чуть ли не на глазах слезки, потому что я ее очень-очень люблю. И я наконец-таки узнала Рафаэля тоже. И очень приятно было с тобой познакомиться. Ты просто тоже супер. Спасибо всем. Лилечка, тебе тоже большое спасибо. Другая Лилечка тоже. И все девчонки, вы просто класс. И девочки, которые нас видят. Дальше, как занимаете места у Лилечки, это просто класс. Она нам все показала, что мы ожидали. Очень классно, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Инна Фрунзе. Я парикмахер-флорист, универсал. Стаж у меня 12 лет. Сегодня я попала на мастер-класс по свадебным и вечерним прическам у Лилии Иргашевой. За Лилией я наблюдаю уже 2 года по каналу YouTube. Вдохновляюсь ее творчеством. И волею судьбы, вот в Германии, я живу сейчас в городе Тюрин уже как 1,5 года, я попала на этот мастер-класс, очень довольна. Я познакомилась с талантливыми русскоязычными мастерами в Германии. Мы провели классные 2 дня, научились новым техникам, модным прическам. Хочу сказать всем спасибо Лилии, организатору, Рафаэлю и всем девчонкам, вы молодцы. И хочу пожелать моим всем коллегам, кто меня увидит, надо повышаться, вдохновляться. А мастер без вдохновения – это как рыба без воды. Поэтому повышайтесь, любите свою работу и будьте счастливы. Hallo, mein Name ist Jeva, ich komme aus Münster und ich habe auch mitgemacht bei der Meisterklasse und ich fand das sehr schön und ich wünsche euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Всем привет! Я Наталья Дортман из Эрфурта. Меня зовут Анжела, я из города Зикин. Попали на этот крутой семинар, мы очень довольны, было все классно. Мы отработали все навыки. За полученные знания, атмосфера была супер. Девочки классные. Команда вообще обалденная. В общем, получили много интересных техник, много хороших элементов увидели, да, мы очень довольны. Лилечка, спасибо большое за внимание. Всем привет, советую! Всем привет, очень рекомендую. Всем привет, меня зовут Наталья Гольбик, я с города Шафенбург, Байен, Германия. Я мастер-универсал, 20 лет стажа, приехала на мастер-класс к Лили. Очень довольна, хочу оставить обратную связь. Приехала я за вдохновением, приехала я за новыми техниками. Приехала я за новыми знакомствами.
все, что я, как сказать, себе поставила целью, я сегодня и вчера получила. Хочу порекомендовать тем мастерам, которые, возможно, думают, приехать ли на этот мастер-класс или нет. Мне лично очень понравилось, рекомендую, девчонки, не пожалеете, едьте. Спасибо большое. Всем привет, меня зовут Наталья Лук. Я не мастер, я не парикмахер. И вчера приехала первый раз на такое вообще мероприятие. Девчонки, у кого нет опыта, не бойтесь, едьте, у вас все получится. Рекомендую. Всем привет. Сначала хочу сказать большое спасибо обоим Лилям. Лили, которая организовала здесь все, и Лилечке, которая нас тренировала. Это был чудесный мастер-класс, мы многому научились. Я уже 16 лет в профессии, такого еще никогда не делала, и очень рада этому научиться и в работе своей делать, и клиентам предлагать. Также хочу сказать, что те, кто хотят посетить семинар, только советую. Вы получите массу удовольствия, компания у нас была отличная, всем большое спасибо. Рафаэль, тебе тоже спасибо, отличный организатор, и до скорых встреч. Just pretend I could hold you once again, 'cause I'm scared of feeling lost tonight. When I wake up, it's you that I think of. It's true, it's so obvious, but I'm holding back because you don't want me like I want you. You don't feel me like I feel you. Oh no. And I must confess that you don't touch me like I touch you. Never blush, baby, when I kiss you, but you don't. And I must confess that I wish I'd find someone new and forget about you. Storyline and a few cliches. When we break up, it's true that I'm making up. It's through. I don't wanna pass the buck, but we're in this place because you don't want me like I want you. You don't feel me like I feel you. Oh no. And I must confess that you don't touch me like I touch you. Never blush, baby, when I kiss you. Something we could fix, but it's over now. Yeah, it's all over now. Yeah. Oh, oh, oh. Если честно, когда первый мастер-класс увидела и увидела, сколько человек было, я просто представить себе не могла, что за два дня можно столько человек научить. Респект.